Всем привет, всем привет-привет, сегодня мы продолжаем играть в Survivors. У нас карта типа школы, заброшенной школы, где будем выживать, выполнять задания, таскать аккумуляторы, как всегда. Так, ну эту карту я, по-моему, тоже не играл. Первый раз, как первый класс. Ну, давайте попробуем сыграть. Так, что у нас тут вообще? Куда идти-то? А, ну, нам надо идти в ту сторону, по направлению. Перед нами, получается, справа дома, как обычно. И школа по центру. Через школу надо пробежать, стыбрить аккумуляторчики, перетащить их к себе и быть довольным, как слоны. Но мы будем, наверное, всех чпокать, да? Чпокать. Никого не вижу. Москвич 412. Тихо. Нихрена себе. С гранаты меня кинули. Убили, точнее. Круто. Круче нету. Это он какого уровня? То, что гранату может таскать. Или я тоже могу таскать. Просто об этом я не знаю, наверное. Блин, нам здесь проигрывать нельзя. Ни в коем разе, ни в коем случае. Так, давайте вот это все дело обойдем. Непременно. И с тыла мы зайдем. Так, там никого нету. Так. По беспалеву, по крайнему. Мы пройдем сейчас здесь на свете, все, уйдем. Вот я фиг не успел. Зато на ходу придумал. Так, тишина. Так. Так. Что у нас тут? Центр школы. Чемоданчик. Вижу чемоданчик. Так, что-то никого не видно. Что они там все? Засели у себя дома, что ли? Один из наших-то уже тащит аккумуляторчик. Аккумулятор спасаем ценой своей жизни. Здорово, да? Так, вон, вижу. Бегают, прыгают. Ах ты, твою мать! Как я мог промахнуться? Уходим назад. Так, здесь наш. Отлично. На нахуй. Сори за мат. Опа. Пацанчики. Блин, да как так? Отлично, пацанчик убрал его. Красавелла, брателла. Ты живой? Живой, куда ему еще деваться-то? Так, вроде все тихо, да? Блин, надеюсь, здесь нет такого, что, как обычно, убираешь, ставишь графику на минимум, и там трава пропадает, там еще что-то пропадает. Потому что это вообще печально будет, если, допустим, кто-то на минималке играет, он же меня насквозь видит. Еще разок сказал. Твою дивизию. Не хочет. Не сдох он там случайно? Надеюсь, что сдох. Или не сдох? Нет, не сдох. Вот так. А ибо нефиг было вылазить, мазафак. Сидел бы в этом КамАЗе. Собака такая. Так. Ага, вижу. Есть. Отлично. Вот что называется поиграть немножко побольше. И рука уже лучше начинает. Ага, вижу. Отлично. А ибо нефиг было сзади нападать. Так. Снизу у нас что?
Тихо. Кто здесь? Опа. Кто-то из здания, что ли, шмаляет? Ну да. Короче, за мной следят уже упорно. Упористо. Ой, как мне больно. Надо сваливать отсюда. Опа. Вы не подумайте, что я испугался. Я сейчас вернусь. Я просто убежал, чтобы успокоиться немножко. Немножко узбагуиться надо. Узбагуить моих противников, чтобы они узбагуились. Чтобы они перестали за мной следить. Так, ладно. Наверное, отстали от меня. Ага. Твою мать, долго, блин. Ладно. Карта-то она круглая. Жопа-то она скользкая. Сейчас я вернусь. Сейчас я вам так вернусь. Если я вернусь, блин, вы пожалеете, что я вернулся. Зачем он вернулся? Скажите, блин, зачем мы его убили? Лучше бы сами сдохли. Давай-ка назад. Тихо. Так. Так. Все вижу. Собака. Надо было, короче, на рожон идти. Так было проще. Только вот он зря сюда приперся. Чувачело. На юный чукотский парень, блин. Прямо в харю, я фигарю. Так, ну их двое было, один, значит, куда-то слился. По мне, конечно, ребята, здесь лучше отстреливаться. Ну, это как сказать, лучше отстреливаться. Ну, не лучше она, конечно, отстреливаться. Лучше, конечно, аккумуляторы таскать. Я в плане того, что для меня... Мне больше нравится отстреливаться, чем вот этими аккумуляторами заниматься. Так, там наш пацанчик сидит. Я думаю, успеем. Вот, почему? Потому что, ну, блин, я как-никак снайпер, я должен всех защищать, тут оборонять, убивать. А эти пусть... Блядь, чё пугаешь? Ни хрена у него бесшумная она. Всё, вижу. Твою, блядь, сука, мать. Блядь, ты нахрен нечаянно... Сникни. С разворота сейчас начнем убивать. Пускай стреляет сколько. Давай, появись. Ну. Твою мать, а.
помощь нужна же. Ку-ку. Сдох он там. Походу дело сдох, да? Давайте чё, попробуем. Видите, да, то, что я не даю противникам пройти здесь. Они постоянно дохнут, и при этом наши аккумуляторы становятся целыми. Понемногу пациентчики таскают, все ровно. Все аккуратно. Ох ты, твою мать. По мне со снайперки попали. В ногу. Я бегать не могу. Давайте присядем здесь, отдышимся. Так. Где он там? Собака ходит. Точнее, где он там заныкался, гад такой. Вроде отдышались. Так, вот этот КамАЗ. Они могут там ныкаться, конечно. А могут в свои базы шмалять. Так, 4-2, да? Вижу. Так, главное, чтобы отсюда никто не прошел. Так. Опа. Блядь, твою мать. Блядь, да как? Да ёб твою ты, дивизия. Надо было ствол в руки взять. Нафиг. В следующий раз, блин, ствол возьму. Блядь, чё пугаешь? Ну, можно, в принципе, в школу пойти, там побарагозить. Но видите, у нас тут беспалево пацанчики проходят, у нас аккумулятор будет потом воровать, и в итоге мы опять проиграем. Так, что-то ничего не вижу. Так, либо... Все тихо, либо чё. Так. Так. Здесь ничего, никого. Блин. Отлично. Наивный, блин. Беспалево идет, типа я его не вижу. Так, думаю, он сюда больше не сунется, да? Зная то, что я... Меткий засранец. Ну, блин, метки не метки. Ну, блин, в голову попасть на таком расстоянии, конечно, тоже не айс. С такого прицела. С мусины. Мусенька. Мусеночек. Прочерносик. Сейчас мы здесь вот тут замутим. Вот так вот. Ибо нехер здесь подкрадываться. Вот так вот. Ибо нехер там посматривать. Ну что? Один патрон. Перезаряжаем, давай. Дальше нет смысла идти, да? Нет, есть. Вот, вижу, все, вижу. Валим, блядь. Чуть не успел, нахрен оттуда вылез. Ладно, осталось 28 секунд, мы, в принципе, еще впереди. Но лучше, конечно, все ящики стабрить.
Давайте попробуем пробежаться по ящикам. А, где они вообще? Где есть? Где есть? Где есть? Кто есть? Когда есть? Зачем есть? Почему есть? А почему есть? Я не хочу есть. Я хочу пить. Так, ты, братун, ты как-то здесь что-то здесь делаешь? Ты здесь типа охраняешь, да, я так полагаю? Куда ты взял, баран, положенное место? Хедшот я ему в конце пробить успел. Ну что, 85, метка 47%, не особо-то много. Попадание в голову 1. Ну да, у нас там один был, серию без 4. В принципе, я считаю, что неплохо для моего уровня, да? Дальше больше, плюс 12 нам рейтингу дали, закинули. Было 114, стало 126. Вот, ну ладно. На этом, ребята, я заканчиваю. Ставим лайк, если понравился. С вами был Альберт. А, нет, не Альберт. Альберт, подожди. Нет, был Альберт. Просто интересно, что еще тут дали. Выиграли бой, не допустив краж батареи с базой. А, ну вот, кстати, по поводу задания дополнительно, которого выдают. Мне за это дали 147 бабулек и 100, я не знаю, что это такое. Что это такое вообще? Что это такое? Кто мне скажет? Не знаю, что это такое. Где это? Где это? Кто это? Кто это? Давайте посмотрим рейтинг. Рейтинг. Что с рейтингом связано? Я уже на 68 тысяч. По-моему, был на 70-м, да? Да. Ну, не знаю, что это такое. Что-то дали красненькое. Я его не вижу здесь нигде. Ну, как узнаю, вам сообщу. Если, соответственно, вы знаете, можете мне тоже комментарий написать что-то. А, во, все понял. Красненькое это вот он. Вот тут. Вот тут накапливается. И что-то получается. Поиск артефактов. Вклад в победу найти. Принести одну батарею. Выиграть бой со счетом. Принести на батарею 6. Охренеть. То есть мне 6 надо батареи принести. Ни хрена себе задание. Того, что будет. Ваши награды за победу. Ладно, ребята, на этом я заканчиваю. С вами был Альберт. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока.